Вы на моем канале. И сегодня мы будем открывать вот такие вот сюрпризы. Здорово, Амин. Ну давай открывать. Они вот с вот такими вот картинками. Свиньи. На них кто нарисован? Angry Birds? Свиньи. Какие-то они штук. Они очень такие, они недобрые. Злые, да, Angry Birds. Они трансформеры, по-моему. Да. Хочешь узнать, что внутри? Да. Давай. Опа! Что у нас там внутри есть? Конфетки. Конфетки. И еще одна капсула. Замрывали. Да. И что внутри? Инструкция. И золотая вот свинья. Золотая свинья? Да. Покажешь нам его поближе? Добрая свинья. Не свинья, а птичка. Так, сейчас мы давай посмотрим. У нас здесь... Когда мне говорит добрая птичка. Сейчас мы ее. А, это добрая птичка, между прочим, да. Еще и. Светящийся! Светящийся. Угу. Вот такой как вот. Как фонарик. Он. Как фонарик, да. А что у нас в инструкции говорится об этом? Так, в инструкции у нас говорится, что они вот такие. Ну, не очень-то они-то дружелюбные, но если так вроде бы ничего. Вот такая. А, вот в общем у нас попалось 12 героев, которые вот такие светящиеся. Они все светящиеся? Ну, есть и светящиеся, да. А все ли они, мы узнаем дальше. Ну, давай его в сторонку отложим. И посмотрим, что у нас во втором сюрпризе. Нет, сейчас мы откроем. Злом будет добрый, а в добром, наверное, будет злой. Сейчас узнаем. Конфетки. Ну и конфетки. Как все неизвестно. Тут у нас... Самая... О, кто-то выпрыгнул, Амин. Это злой. Злой? Ну-ка да. Поближе покажи нам ну, злого. Ну, он и злой, и добрый. Он был злым, и стал добрым. Он был злым и стал добрым. Вот такой монстр у нас. Тоже поросенок, по-моему, да? Да. С таким каким-то шлемом. И такая же опять инструкция. Поставим его поближе к нашему первому другу. Где наш первый друг? Давай. Он уже не светящийся. Да, второй оказался не светящийся, а первый поросенок светящийся. Сейчас посмотрим. Рисик нашли. Бумажки. Как ты думаешь, что там будет внутри, птица или поросенок? Ну, как ты думаешь? Сейчас увижу и скажу, да? А какие там конфетки? Давай посмотрим, что за конфетки. Вот такие сахарные дрожжи, да? Да. Звездочки там у нас груши, есть. Груши, овальчики. Овальчики кругленькие. Они все одни и тоже. Все на один вкус? Не знаю. Мы еще не пробовали, да? Опять такая же, только прозрачная. Тоже светящаяся, да? Нет, не светящаяся. Из серии тоже поросенок, да, но это... уже не так мигает, да? Он не будет у нас мигать. Это такой же, только не цветной. А, понятно. Точно такой же, как синий был, только не цветной. Вот такие наши поросята. Монстры. Слушай, а вот такой огромный. Давай огромный сначала мы рассмотрим поближе. Это у нас войны. Уже не Angry Birds. Это уже у нас... Какие-то войны. Это уже у нас яйца войны. Сейчас мы его рассмотрим. Воин, битва фэнтези. Вот такие вот они, прям с рогами, с копьем. Ну, короче, монстры еще те. Ну, давай, Амин, посмотрим, что же у нас там такое вот необычное и страшное. Какая будет, больше не интересует даже, какая будет игрушка. Там, наверное, три всего игрушки. Сейчас глянем. Ну, да, такой огромный перемой. А может, там будет огромный какой-нибудь воин? Может, не воин, может... Ну, пожатик. Такая огромная. Инструкция. Здесь сколько их? Да, это у нас такая коллекция из вот таких воинов. Давай посмотрим поближе. Вот они всякие разные есть. Гильдия вольных стрелков, морское братство. В
общем, целая куча всякие разные воины. И вот у нас такой вот. И у нас попался... Нет. А давай вот посмотрим, это какой у нас этот воин? Какой-то и так, такой. И другие как-то. Где-то вот здесь, по крайней мере, мы его сейчас пока еще не видим. Наверное, там, где много он будет. Какой-то он вот серии. Он. А, ты нашел, да, его? Да. Вот второй, да, воин? Из гильдии вольных стрелков нам попался. А ну-ка покажись, какой ты есть. Воин из гильдии вольных стрелков. Вот такой вот он. Ну вот, теперь у нас есть три монстра Angry Birds и один воин из гильдии вольных стрелков. Хорошо. И он светящийся. И он еще светящийся. Здорово. Ну что, Амин, будем прощаться? Да. Всем пока. Всем пока. И подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Пока-пока. Пока.